Кинологи с собаками задействованы при проведении досмотра там, где это невозможно сделать при помощи технических средств. Собаки, работающие на Кубке Конфедерации, нацелены на поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств. У каждого собаки по-разному обозначают. Например, мой Джокер, он замирает, если что-то находит. Вот. Замирает хвост, я вижу сразу. И он от места не отходит, пока я его не поощрю. Смена кинолога и его четвероногого напарника длится 12 часов. Однако собака работает не все это время, а задействуется по мере необходимости. У хвостатых сотрудников свой рабочий режим. Поработав полчаса, собака обязательно должна отдохнуть. Перерыв 15 минут, затем снова в работу. Тяжело и собаке, и кинологу также. Жарко. Но ничего, справляемся, работаем. Самое главное, чтобы люди были в безопасности. После 12-часовой смены кинологический расчет уходит на выходной, но и в свободное время кинолог проводит тренировки со своим питомцем. Содержатся собаки, а это в основном немецкие овчарки, лабрадоры и спаниели в сочинском кинологическом центре. На место службы незаменимых помощников доставляет спецтранспорт. С момента начала проведения игр специалистами-кинологами досмотрено более 900 единиц автотранспорта, более 100 единиц крупных предметов и проведено 15 обследований мест проживания игроков, тренировочной арены и самого фишта. Ежедневно перед заступлением на смену каждая собака проходит обязательный ветеринарный осмотр. На сегодняшний день все собаки здоровы и так же, как и их инструкторы, готовы к работе, а ее сегодня будет немало. Сочи принимает полуфинал Кубка Конфедерации. Татьяна Говоркова, Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.